Традиційна кухня Італії – це справжній скарб. А кожний прийом їжі – своєрідний ритуал і священний час для спілкування з друзями і близькими. Будемо сьогодні проводити кулінарний сеанс разом з чарівною співачкою, автором пісень, джазовою піаністкою, фіналісткою масштабного вокального шоу та національного відбору Євробачення в Білорусі. І просто красунею. Такая у нас в гостях. Як справи? Класно, привіт. Привіт. Розповідай мені, як твій настрій сьогодні? Отлично, вообще, я проснулась с прекрасным настроением и готова сегодня сделать что-то такое. Дивувати мене чимось кулінарним. Да. Розкажи мені, будь ласка, як так сталося, що ти вирішила змінити своє ім'я? Я к этому очень долго шла, и где-то около 6 лет я выступала под своим настоящим именем, это в основном было в Беларуси. И в какой-то момент мы выпускали, даже у нас был альбом, все это, мы клипы были, все было вроде хорошо, но я поняла, что как-то некомфортно мне писать огромное вот это вот Валерия Садовская, Садовская, которая пожизненно исправляет Google на Саудовскую. Серьезно? Всегда, вот можешь проверить. Обовязково. Просто я подумала, что, ну, и все мне начали говорить, что нужно что-то емкое, краткое, чтобы оно быстро запоминалось, быстро писалось. Mm-hmm. И оказалось, что это не так легко. И несколько лет я думала все время, пока случайно мы не решили сделать свой бренд, магазин одежды. Mm-hmm. И название для магазина я придумала очень быстро. И я, когда шла его вот регистрировать, случайно его зарегистрировала еще и как свое сценическое имя. Круто, круто. То яка ты такая? Разная все время, да. Все залежить від настрою, чи від чого, чи від того, як ти прокидаєшся. Що впливає на твій настрій, взагалі? Вообще, ну, я человек настроения, действительно, у меня может быть полчаса чудесное настроение, потом какая-то буря, потом опять все хорошо, но в целом, да, зависит, наверное, от настроения, от людей, которые рядом, погодных вот этих всех условий, да. Поэтому не знаю, как оно будет, какая я проснусь, например, или что касается музыки, например, я никогда не задерживаюсь в одном стиле, то есть я очень сильно люблю эксперименты, поэтому вот разное. Круто. Їсти любиш? Да. Сьогодні ми будемо готувати одну з найулюбленіших страв італійців. Її поціновувачами є найвідоміший дует дизайнерів. Як думаєш, про кого я? Дольче Габбана. Так, все ти знаєш. До речі, ти бачила їх останній показ у храмі Конкордія? Ні. Але я рекомендую тобі подивитися, тому що це дійсно неймовірна краса, справжнє мистецтво. Вони якимось чином розуміють чи відчувають, як поєднувати божественне з земним. А земні радощі – це про них. Так, поїсти вони також люблять, і не тільки. І розуміючи, що краса життя в усьому, вони стали використовувати їжу у рекламних компаніях Dolce & Gabbana. А у 2017 році вони вже просто не могли думати ані про що інше, як їжу. Італійські дизайнери презентували колекцію пасти, створену за допомогою компанії Pastificio Di Martino, яка займається створенням макаронів з 1912 року. Dolce & Gabbana не стали втручатися в секретний рецепт приготування пасти Ді Мартіно, але свою частину роботи придумали до дрібниць. Спроєктували упаковку, форму пасти і створили лімітовані фартухи. От би і мені такий. Мені здається, вже час його змінити. Тож, як думаєш, що будемо готувати? Паста карбонара. Паста карбонара. Так, молодець. Арифметика італійської пасти карбонара проста, як двічі два. А всі інгредієнти відомі і доступні. Тож, давай розпочнемо. Починаю, да. Ти взагалі готувати любиш? Обожаю. Ну, взагалі, я ніколи б не могла подумати, що це зі мною случиться, тому що це случилось буквально около 2 років назад. Я взагалі, в принципі, не вміла готувати, не любила готувати, а потім щось і все. Так, ну це круто. Давай розпочинати і розподіляти роботу. Давай. Увімкни пательню. Чесник нам потрібно подрібнити. Угу. Я так розумію, ти мені залишиш? Ти так? На ножах, так? Да, сьогодні? Супер. Давай, я на ножах, а ти біля пательні і будеш займатися пастою. Але давай, поки я буду нарізати чесник, ти зробиш шинку. Наріжеш її тонесенько, да, для того, аби ми її підсмажили трішечки. І вона була смачнішою.
Так. І як тільки все буде готово, ми наливаємо оливкову олію в пательню і закидаємо все туди і трішечки підсмажимо. Ну, а поки будемо готувати, ти мені будеш розповідати про себе і не тільки. Як часто ти подорожуєш? Ну, в последнее время как-то вот удается достаточно часто, но я как-то недавно в Инстаграме пост писала, что я обожаю путешествовать, но есть одно один очень большой минус, что лично, как у меня получается, я когда приезжаю, даже если на 2 дня куда-то уезжаю, у меня потом выбивается все. Я еще 3 дня потом вот так вот ну, просто восстанавливаюсь, даже если это там перелет 2-3 часа, просто как-то все работа и в принципе, по дому как-то все, ну, начинается какой-то разлад, и мне вот нужно еще столько же дней, в принципе, сколько я где-то была на отдыхе, нужно отдохнуть. Отпочить, потом. Да. Реабилитоваться, скажем так. Да, поэтому, конечно, не знаю, есть плюсы, есть минусы в путешествиях, но в последнее время вот по Европе как-то так бывает. Європа. А скільки разів була в Італії? І чи була взагалі? 2 рази була в Італії, оба рази я була в Римі. Вот. И как? Расскажи, что запомнилось. Я вот расскажу в сравнении просто. Это для меня совершенно 2 разные поездки были. А поскольку я первый раз была в Италии одна, я летала по работе. Где-то там около 2-3 недель я провела. И это на тот момент это было самое лучшее путешествие в моей жизни. И оно таким оставалось до сих пор. Круто. Чим саме запам'яталося і чому найкраще? Тому що, коли ти їздиш куди-то один, тебя никто не отвлекает. Я могу стоять и смотреть на этот Колизей. Сколько захочешь. 2 часа просто пить вино, есть пиццу, я не знаю, все что угодно. Все радости жизни, и тебя никто никуда не зовет. Еще ты можешь поехать в аутлет. Так, а дуже актуальна тема, як бути із фотографіями в Інстаграм? Хто ж тоді тебе фотографувати? Я переборола свій страх, боязнь, що обо мені подумають люди, і купила селфі-палку. Серйозно? Да, но это было давно, это было 5 лет назад, мне было 18 лет. А коли саме, в яку пору року ти їздила? А я літала в кінці сентября, обалденна на самом деле була погода, помню, що от майки були, шорти, все прекрасно, а в этом году я літала в Рим в октябре, в конце октября, тоже очень сильно повезло с погодой, но там все как-то началось, это путешествие не так, как вот должно было, и все вот так и пошло. Мы перепутали аэропорт вылета, вот, приехали в Жуляны, а должны были приехать в Борисполь. Ты понимаешь, расстояние примерно, в Жуляны мы и так опоздали уже практически. Вот, ну какой-то у нас просто таксист был на ракете. Я очень сильно кипишная по жизни, в принципе. Очень сильно. Гарне зізнання. Да, и я очень сильно кричала на таксиста, кричала на друзей. Все, мы едем, мы успеем, вы должны верить. Они все таки, боже, Лера, да ладно, типа, мы не успеем, все, поедем домой отдыхать. Я говорю, как так, я уже все луки подобрала. Мы должны ехать в любом случае. Мы успели, я не знаю как, но я рыдала в самолете, потому что, ну, от такого перенапряжения. И потом еще умудрилась из 3 дней, что мы были в Риме, заболеть. Но, тем не менее, поездка была очень классной. И вот в первый раз мне не удалось посетить Ватикан. Во вторую поездку все случилось. Вдалось. Да. Ну, круто. В каких еще местах была? Рим как бы маленький город. И почему-то многим он не нравится. Говорят, что он грязный, там все. Мне наоборот, Рим понравился очень сильно. Я не была в других городах Италии, но скоро вот планирую в Милан. На распродаже. Вся эта любимая история. И поэтому, честно, вот по достопримечательностям, конечно, это фонтан, да, де Треви, по-моему, называется. Я очень всегда, у меня очень плохая память на все названия. Я точно помню визуально, как что выглядит, но боюсь где-то ошибиться. Очень красивая там, про нее очень мало кто знает. Вилла Аурелия называется. Это не совсем туристическое место, но, точнее, для туристов оно не совсем открыто. Когда-то там проходил показ Валентина, по-моему, 5 лет назад. Вот я как раз
раз, когда первый раз летала в Рим, я была на этой вилле Аурелии. Боже, это что-то невероятное. Класс. Она находится как бы в центре, за Термини, по-моему, вокзалом, где-то вот в том районе. Но я знаю, что можно ее как-то умудриться посетить, если как-то запариться. А по поводу... Вот еды, самое, что я основное поняла вообще в принципе в Европе, что смотреть вот эти все трип-адвайзеры, места с самыми популярными ресторанами, это все не нужно. Не нужно на это тратить время, потому что, как показывает практика, никуда из этих отмеченных мест ты не доходишь. Вот как ни крути просто, ну никак. Це все відбувається до першого аутлету, а вже потім все в тумані. І самое основное, то, що треба йти вот просто за корінними местными жителями. Вот видишь итальянцев, иди за ними, потому что они не пойдут в туристический ресторан, они любят вкусно поесть. И они пойдут в какое-нибудь, ну, образно как пошарпанное старое маленькое кафе, но там будет однозначно классная еда, если туда пошли местные. Поэтому лучше просто сесть на хвост и идти за ними. А мне цікаво, ты, как девчина, на что больше витрачаешь гроши на відпочинку? На речи, на одяг, чи все ж на їжу? На еду, конечно. Серьезно? Ну, это зависит от просто того... Ти вже двічі говориш про аутлети, про шопінг. І я так розумію, що все ж на шопінг. Я люблю шопінг, но мені не завжди получается заехать куда-то по магазинам или в аутлет, там или ещё куда-то. То есть это чисто как бы обычно ты планируешь, но не всегда доезжаешь. Вот. Поэтому, конечно, всё равно это еда, потому что ты гуляешь, погулял, нагулюєш апетит, погулял, як то, як то говорять. Да, да, да. Додавай оливкову олію трішечки. Значить, нам спочатку нужен чеснок туда. Готувала колись? Карбонару, вот когда-то, по-моему, давно, еще когда я жила с родителями, потому что я мясо не ем. Я не ем ни рыбу, ни мясо вообще. Но у меня все в окружении мясо очень любят. Это не из каких-то там соображений, что вот, там все, не буду я. Я не ем мясо, и вы не ешьте мясо. Нет, ну я к этому очень спокойно отношусь. Но сама не ем, но очень люблю готовить. И мясо в том числе. То есть, поэтому я вот не помню, готовила, наверное, когда-то готовила карбонару. Поки ты в нас там смажешь, я взбью вершки из жовтками и дам туди пармезан. Це для нашого соусу. Да. Розкажи мені про їжу в Італії. Що взагалі запам'яталося і найсмачніше для тебе було? Я люблю дуже сильно ризотто. Зайшли в какой-то дуже прикольний маленький, походу, теж 100% місцевий ресторанчик. Он прямо на вулиці, вот там три столика стояло і все. Ну там ми відкрили меню. Я листаю, знаю, а там тільки паста. Ну, то есть её там, ну, штук 90, може бути, було. Ну реально, то есть вот такая вот просто книжка. И пока ты уже читаешь пятую пасту, ты такой, нормально, мне самая простая подойдет, не буду я вчитываться, это все тут углубляться где-то. А я просто стараюсь вот отойти немножко от приготовленной еды, но, ну, и уже практикую даже где-то вот месяца два сыроедение. Да, но расскажу интересную вещь, что когда все равно ты приезжаешь куда-то в Европу, ты хочешь попробовать, ну, потому что здесь, например, я в Киеве очень редко заказываю пасту, ну, и раньше так было всегда, то есть я не ем совершенно пиццу, я не вижу смысла никакого заказывать пиццу в Киеве где-то, да. Потребно ей куштовать там. Да, ну, и вот ради этого можно какими-то, конечно, пожертвовать своими там... Принципами. Да, и я попробовала все по чуть-чуть, я пробовала чуть пасты, чуть-чуть пиццы, ризотто. Ризотто там божественное было. О, боже, такое прям ух. И очень я люблю сильно это все вместе с Беллини. Ну, звичайно. Слухай, а с приводу пиццы. Просто деякі гості мені розповідали, що піца в Італії насправді не дуже вже й смачна. Як тобі? Я пробувала с сыром просто, да, на маргарита, по-моему, да. Честно говоря, это было хорошо. Ну, может, потому что я не сильно, ну, как бы, балована этим. А як щодо цін, до речі, в Італії? Що, скільки коштує плюс-мінус? Паста – это в среднем где-то 8-9 евро в таком, типа, вот, местном кафе. И, естественно, что в туристическом там 16 рублей, естественно. А с приводу порций, до речі, вони там малесенькі, великі, огромные, середні, стандартні? Огромные, ну, для меня очень большие порции, да. И, причем везде, где я была. И первый раз, когда я была, и во второй раз. Меня все время удивляли порции.
Mm-hmm. Причем, что тут хотя бы, когда ты едешь с кем-то, ты можешь с кем-то это разделить. Или просто аккуратненько у кого-то взять что-то из тарелки, себе не заказывать. Но когда ты едешь один, перед тобой вот такая вот тарелка стоит, и ты такой, боже, а что я с ней, как я ее съем? И потом съедаешь нормально. Слухай, я знаю, що ти свої кліпи знімала не в Україні. То, можливо, наступний буде в Італії? Я на самом деле думала когда-то снимать и в Европе тоже. И клип, который мы сейчас вот собираемся снимать, когда мы только начали утверждать сценарий, режиссер находился во Франции. Mm-hmm. И я как раз в это время в Рим летела. И он мне говорит, а куда ты летишь? Не во Францию случайно? Я говорю, нет, лечу в Италию. Блин, могли бы сейчас тут, у нас все на месте есть, снять клип. Я думаю, блин, вот у нас был в Доминикане клип, сейчас надо в Европе снять, но в Киеве мы тоже снимали. Ага. То есть у нас самый вот такой большой масштабный клип, он был снят полностью в Киеве. Все ж таки можемо чекати на роботу в Італії якусь. Ну, тільки, наверное, вже не в Римі. Після того, як ти наїсишся пасти, піци, саме час буде заходити в кадр для того, аби зняти кліп. З кимось животом, прекрасно. Mm-hmm. Да. Над чим ти зараз працюєш? Розповідай. Що чекати найближчим часом? Вот у нас недавно вышла песня, через неделю вышел клип. «Забуду-буду» называется, это наша новая работа. Мы весь клип снимали на айфон. На мой прям. Серьезно? Да, деньги закончились, не шучу. Но я спонтанно полетела в Минск, себе на родину, и должны были его тоже снимать в Украине. Но я когда-то была в Минске и увидела там декорацию, которую не смогли собрать здесь. Она мне снилась, реально. Она зеркальная, просто вот там огромное зеркало 2x2, 2.5x2, просто огромная такая невероятно прикольная декорация. Здесь не смогли нигде собрать. Ну, потому что ехать в Минск тоже не сильно удобно, это надо и свои там людей каких-то вести. И хочется, естественно, все локально делать. Спонтанно мы уехали с моим менеджером в Минск, а он решил все там спланировать. И как-то за 2 дня мы приезжаем к нашим дистрибьюторам, я говорю, слушайте, мы хотим снять клип. А сколько у вас времени? Я говорю, 2 дня. Как вы собираетесь это собирать? Я говорю, я не знаю. Но я хочу. Да, но я хочу. Хочу и мы сразу взяли эту декорацию, нашли, как-то очень быстро все получилось, нашли место, нашли режиссера и собирались снимать на камеры, как нормальные люди. Но режиссер видел у меня, получается, я себе как бы там прикупила iPhone. И он говорит, слушай, так давай мы на него снимем. На презентации этого телефона рекламировали приложение, говорят, что Селена Гомес снимает клипы, что чем мы хуже. Я говорю, ну ладно. И все, такой челлендж, и отсняли все на iPhone. Естественно, что есть какие-то там примочки, типа стабилизаторов, объективов, даже на iPhone объективы есть. Я вообще была в шоке. Я все забираю. А зараз тобі дам кастрюльку для того, аби ми зварили пасту. Так, пасту додаємо. Я думаю, ти це зробиш. До речі, ти знаєш, як італійці обирають порцію на одного чоловіка, ідеальну порцію пасти? Ні, не скажи. Блін, я навіть не знаю, насправді. Я просто... Ну, всім і так просто. А насправді італійці вважають, що ідеальна порція пасти – це якщо спагетті, і сама паста в сумі має бути стільки, скільки заходить в горлечко від пляшки для вина чи води. Клас. То ми будемо з тобою ідеальну одну порцію чи дві, чи по-українськи зробимо так, щоб і операторів нагодувати. Всіх накормимо. Всіх накормимо. Супер. Мені здається, що зараз ця страва просто популярна в усьому світі. І серед її шанувальників і Дженніфер Еністон. Її чоловік повернув карбонару в її життя. Вона лише готує її в дієтичному варіанті, адже вона така стрімка. Ну, да. І тому вона додає лише одне яйце, трішечки сиру і м'ясо індички. Але в нас буде бекон, у нас буде нормально, все по-українськи буде. Ось. І, до речі, макарони вона також безглютенові додає для того, аби було дієтичніше. Друзі, тому якщо ви на дієті, чи тільки розпочинаєте свій шлях у цьому, тому можете взяти рецепт популярної, неймовірної і моєї улюбленої Дженніфер Еністон. Поки чекаємо, ти мені розкажеш про те, як
тебе взагалі створилася ідея робити кліпи навпаки? Це настільки цікаво, і я до цього про це ніде не чув. Я знаю, що ти вже випустила дві відеороботи. Да. У нас сложилась просто концепція така. Ми самі ізначально не спеціально це зробили. Ми зняли кліп на пісню «Було милого». Вона така у нас робота вийшла дуже спорна. Тобто там все-таки атрибутика така, там і гроб стоїть, і сповідальня, і все, що хочеш. Пісня взагалі не об этом. Тобто ми просто вирішили лупити в лоб, от як називається пісня «Було милого». От, пожалуйста, в кліпі стоїть гроб, в ній лежить мило. Це дослівно. Да. А по итогу люди не совсем правильно восприняли пісню, не углубляясь в текст. И везде, например, куда бы я ни приходила, меня спрашивают, так, кого же было такая? Не вбывала я никого. Это про отношения в целом, про то, что все, типа, точка, вбила отношения. Не про какого-то конкретного человека, например. И на этой почве, когда я записала, получается, новую песню, она не должна была выходить. Она должна была, все должно было быть наоборот, но как-то так звезды сложились, и вышла «Забуду-буду». Но получается, что все у нас будет наоборот. То есть у нас будет 5 песен, которые вместе, вот их нужно будет дождаться 5-й песни, и вот можно с нее до конца, это будет логическая история. Да, история. То есть вот сейчас у нас уже есть финал «Забуду», а потом «Вбила». «Забуду» и «Вбила». Так, «Вбила», «Забула». Який наступний крок? А от це вже нужно ждати. Ви дивіться, як зробила все. Все продумано. Дійсно, для того, аби чекати. Тобто, я думаю, що наступну частину свого міні-фільму ти нам все ж не заспіваєш. Чи заспіваєш? Кусочок спою, звісно. Клас. Клас, давай. Це буде моя перша пісня зі спагетті в руках. Так, да, давай, зі спагетті. Що в тобі таке? Не зрозумію все одно, до тебе тягнуся, тебе в мені аж до дна. Клас, супер. Спасибо. Неймовірний голос, а особливо ось ці мелізми, які ти робиш, це просто круто. Ти часто взагалі готуєш сама вдома? Чи ні? Чи все ж харчуєшся десь в ресторанах київських? Ну, я предпочитаю все равно готовить сама, потому что в ресторанах, вот, например, сейчас я столкнулась с такой проблемой, когда ты становишься сначала вегетарианцем, окей, да, много блюд там с рыбой есть, все хорошо. Потом, когда ты становишься веганом, у тебя, ну, реально просто выбор вот так вот и сужается. И я, еще пару лет назад просто в Киеве было всего лишь пару заведений для веганов, и я не могу сказать, что это было что-то прям очень вкусное, классное. Оно очень калорийное все, потому что, например, у них же сыр заменяется орехами, и ты банально покупаешь какой-то там кусочек пирожного, который называется веганским и якобы низкокалорийным, но на самом деле там порция калорий. Тысяча калорий. Да, то есть ты раз это, ну, на 2 приема еды в день. То есть веганство это не значит, что ты сразу там худеть будешь или что-то еще. Как многие думают на самом деле, что ой, я все, вегетарианец, веган, и я такой сейчас сразу буду тонкий. Нет. Но я очень люблю готовить дома, потому что я сама себе могу сделать порцию, сколько мне надо. Сама отбираю себе продукты где-то. Ну, то есть понятно, что не всегда получается. Я готовлю и тирамису, у меня очень вкусно получается, кстати говоря. О, где ж ты была, когда я тут готовил тирамису? Очень вкусно. У меня готовали просто, когда я готовлю тирамису и передаю кому-то кусочек там торта, у нас большая семья, просто я там всем чик-чик-чик. То мне все потом, Лера, блин, приготовь еще, приезжай еще. Но она, правда, я как-то даже сама пробовала. И... Какой-то особливый рецепт свитча, здесь просто его пригладила? Годами у меня вот какой-то смиксованный со всего, что я видела. Когда-то я посмотрела там один рецепт, видео, потом где-то еще прочитала что-то еще. И так он как-то выработался свой, со своим количеством определенным ингредиентов и так далее. Как-то вот я нашла свой идеальный рецепт просто. У меня так совсем получается. Я всегда какие-то
ну, всі рецепти стараюсь модернізувати. Так, з тірамісу я зрозумів. Яка ще одна коронна страва в тебе? Я, кстати, дуже вкусно готовлю пасту з горгонзолою і креветками. Я знаю одну історію, страшну історію про підпал під час готування. Да. Так? Ну, було таке. То, може, ти мені розкажеш, що ж це було таке? Да, это было даже два раза, по-моему. Однажды, вот то, что я ярче всего помню, это я в духовке разогревала рыбу. Просто разогревала? Просто. Я ее приготовила. Все было шикарно, классно, поужинали. На следующий день оставалась рыба, надо было разогреть. Пленка, которую я накрывала, чтобы поставить в холодильник, потому что я все накрываю. Я где-то что-то все заматываем вообще. Не дай бог, что-то обветрится в холодильнике. Я просто ее не заметила. И вместе с этой пленкой, она еще с краями была, получается, я в духовку. Я чувствую этот дивный просто аромат, и у меня бежит сестра, и такая: «Боже, Лера, посмотри, что в духовке, что в духовке!» А там реально уже, типа, загорелось. И это был раз, и второй раз был, по-моему, тоже что-то в духовке с пергаментной бумагой. То же самое, она загорелась. То есть мне не везет. Тебе на майбутнє потрібно тричі перевірити, чи все ти зняла. Мені потрібно ножниці на будущее. Ножниці обрізаю, щоб це все. Вот. Слухай, але насправді мені здається, що стидатися нема чого, тому що навіть Дольче Гавана були провали. У минулому році італійський модний будинок запустив рекламний ролик, в якому китайська модель з великими труднощами намагається їсти паличками традиційну італійську їжу – пасту і піцу. Ну, за задумом авторів, реклама повинна була бути смішною, але їх тут ж звинуватили в знущанні над китайською культурою і насадженні зневажливих стереотипів. Китайські знаменитості закликали бойкотувати цей бренд. Тому в тебе історія не така. Але тим не менш, в результаті Dolce & Gabbana ризикували втратити один з найбільших світових ринків. Тому прийшлось видаляти відео та просити вибачення. Ось так буває. Ти мені, можливо, розкажеш якісь, я не знаю, смішні історії на зйомках. Коли ми знімали «Було милого», я со сценарием была ознакомлена, то есть я знала, что у нас гроб будет стоять. Миллион у меня было вопросов по поводу того, бутафорский он или нет. Не хватилось, так? Да, и когда я приехала в съемочный павильон, значит, режиссер с командой, все с этим большим экраном, в который, типа, да, все смотрят, они были в одном помещении, вся съемка была в другом. Я к ним захожу, и просто около вас сидит режиссер, и рядом стоит гроб. Я как бы, то есть мозгами я понимаю, что я его все равно увижу, мне даже около него танцевать надо будет. А он был горячий. Да, но я такая смотрю, и у меня просто холод. Холод. А еще такое место странное, это дом графини Уваровой, по-моему, называется у нас тут в Киеве. И оно само вот все вместе, в совокупности, как бы, смотрится очень так... Ну, мрачновато. Але тим не менш, робота така, що потрібно все ж таки робити те, що скаже режисер. Кліп в Домінікані. Да. Це ж дорого. Тут люди не можуть полетіти відпочити, а тут відвести цілу команду. Знаходитись там не один день, а певний період часу. Скільки, якщо не секрет, обійшовся кліп в Домінікані? Там все намного проще. Я совместила приятное с полезным. То есть я и так собиралась лететь в Доминикану на зимовку. Уже были куплены билеты. Ну, я думаю, блин, это же логично, что в Доминикане красивый там океан, пальмы. Надо снять клип, которого еще никто не видел, с пальмами и океаном, знаешь, такое. Такого еще никогда не было? Никогда такого не видела, не знаю. Здивую усіх, подумала я и зробила. Да. Короче, и мы решили попробовать найти команду, которая, ну, может быть, будет местная, но... С этим возникли трудности, и потом оказалось, что парень с его женой, они как раз работают вместе, они собирались тоже в Доминикану, но не знали, в каких там датах, что, куда. По итогу мы скооперировались,
и полетели все вместе. А там уже на месте мы нашли визажиста, там все-все-все вот это вот, ну, одежду везли с собой. То есть у нас, по сути, режиссер был, он же оператор. Ага. Единственное, что... То есть у нас небольшая была команда, это не то, что вывести с собой там 15 человек. А монтаж весь делался уже по прильоту. Головне, що вийшло красиво, і результат дійсно крутий. Ще давай поговоримо з приводу Євробачення. Ти була фіналісткою національного відбору Євробачення в Білорусі. Да, аж два рази. З приводу українського відбору. Чекати тебе там? Я дуже хочу попробувати на Євровидінні, якщо я буду уверена в пісні. Угу. Так как я пишу песни сама и никому не могу это доверить, я очень долгое время не писала песни. И у меня был когда-то продюсер в Беларуси, он очень, ну, у нас известный композитор там. Он писал и Тини Кароль когда-то песни. То есть, ну, он, у него есть вот как бы видение классного материала, но это все было не то. Вот все песни, которые мы выпускали, я их не чувствовала своими. То есть я их пела, а пел как будто другой человек. Ну, то есть, вот такое странное чувство. И после этого я как раз на пару лет взяла такой тайм-аут и ну, искала себя и начала писать песни. То есть музыку я писала всегда. Я лет там, не знаю, с 11-12 пишу, да, музыку саму. Я никогда не писала текст, особенно на украинском. То есть у меня это ну, вот так, вообще... взагалі, мені здається. Да, и мне сейчас на украинском, хотя я разговариваю на русском, но я учу украинский. То есть мне очень нравится. Сердцем ты из Украины. Да. Закидай вже пасту. Чи не хвилюєшся ти з приводу ситуації, яка склалася минулого року на відборі Євробачення? Я участвувала в відборі в 16-му году последний раз. Настолько вот с того времени я абстрагировалась от этого конкурса. Ну просто я расскажу с предыстории, что у нас в Беларуси все немножко по-другому проходит. Там кажется людям, что я сейчас, ну это же запросто, там посмотрите, кто там выступает. Я сейчас, да, типа сразу же поеду. Я два раза была в финале, оба раза заняла 8-е место в финале. Ну то есть я и на этом я подумала, зачем? Ну, как бы есть реально люди, которые 5, 7, 8 лет подряд бьются в Беларуси, они пытаются попасть. И ничего, зачем? Я поняла, что, ну, я рада, что я не ездила, потому что, когда я сейчас слушаю те песни, с которыми я хотела бы поехать... Ты разумеешь, что цены это... Да, они, мне не стыдно за них, они неплохие, но это не та песня, с которой можно было бы привести не то, что там победу, да, стране, а занять какое-то классное топовое место или сделать какой-то очень крутой, яркий номер, чтобы тебя запомнили. Там даже дело все-таки не вместе. После первого никого не запоминает. Но знают номера. О, это там был тот там с тем-то, это там с тем-то. Мне очень нравится формат, как это все проходит в Украине. Реально. Но я понимаю, что у меня нет той самой песни. Я не хочу ее писать специально, потому что есть тоже такая практика, как люди, которые даже если посмотреть у артистов, у всех на почте есть рассылка, там, от шведов, от кого угодно, присылают special songs for Eurovision, типа. Да, да, они все Eurovision, у них у всех какое-то одинаковое звучание, и получается, что такие же песни этих же авторов покупают какие-то ребята там из других стран, и у вас у всех полуфинал с одинаковыми, да. Поэтому гораздо круче, когда ты там реально как Маруф Сальвадор собрал, мне очень нравилась его песня. То есть она не формат для Евровидения, абсолютно. Но от этого она становится только круче. И вот когда я что-то напишу, просто для себя напишу песню и пойму, что, блин, а с ней же можно было бы и на Евровидении на отбор пойти, вот это было бы от души, это было бы классно. Ты знаешь, песня Джамалы також была не формат. Да, да, да. Тем не менее, перемога была в Украине. В этом же и фишка. В этом просто, когда вы в этом есть душа, а не прагматичность, спланированная такое, типа так, значит, здесь два прихлопа, три притопа, это выиграло в прошлом году, я добавлю еще один притоп и получится, ух, типа, пушку. Ну, так и не работает это просто. Ну, как бы всем людям, люди ж не глупые, им надоедает включать телевизор из года в год и видеть под копирку сделанное что-то, то, что ты видел уже. Зачем? Лучше сделать что-то странное, типа как Нетта, да, в Израиле была очень неоднозначная песня. Однозначно. Ну, то есть, так само, как и Нетта. Да, да, то есть все такие, типа, блин, что за ужас. А потом ты слышишь ее на радио, и все. Ну да, то есть должны быть какие-то фишки, приколы. Плюс, конечно, уверенность и команда должна быть, потому что делать это все очень затратно. Это все огромная команда работает. Я плюс-минус находилась внутри этого процесса.
процесса. И когда у нас в Украине Евровидение проходило, и Беларусь представляли мои друзья группа Navi Band, то есть мы как бы в коннекте все. Значит, так уж нещодавно украинскую вони пісню випустили. Да, 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 очень красиво. Сумне море. Вот. И ну, я видела, как это все происходит. Я могла себе такое представить, но то, что это настолько тяжело и морально, то есть у тебя там, ну, нужно быть готовым. В общем, нельзя сдуться. Просто у тебя будут репетиции, 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 а на финале, на прогоне тебя ты не сможешь спеть, или там будут руки трястись, или еще что-то. Такого не должно быть. Так, ну що, пасту вже можна прибирати, я це зроблю, давай. З твого дозволу. А ти, бо вже їстеньки так хочеться, я просто собі не уявляю. Я додаю пасту, а потім соус. Ох, аромат просто неймовірний від цього чеснику. Додаємо соус, все гарненько перемішуємо, буквально декілька хвилин і будемо із тобою куштувати. Ти чуєш цей аромат? Да. Тобі подобається? Божественно. Це любитель м'яса, знаєш, так стоїть і пасти. Ми накриваємо це все кришечкою і 5-7 хвилин залишаємо його потомитися для того, щоб паста вібрала весь смак соусу. Так. Для приготування пасти карбонара нам знадобилися спагетті, сирокопчена шинка, яєчний жовток, часник, сіль, перець за смаком, оливкова олія, вершки, тертий сир пармезан, базилік зелений. Часник очистити і подрібнити, розігріти на пательні оливкову олію, обсмажити у ній часник 1 хвилину. Додати нарізану кубиками шинку, готувати 3 хвилини. Збити вершки з жовтками, додати пармезан, посолити, поперчити. Відварити спагетті. Додати на пательню шинкою, влити соус і на повільному вогні готувати до загустіння 7-8 хвилин. Нарешті час попробуємо скуштувати. Клас. Бон апетит. Аромат супер. Так. Ну, зараз ми перевіримо наші кулінарні здібності. Можливо, хтось із нас і отримає зірку Мішлен сьогодні. Вона дійсно альденте. Соус супер. Бомба. Так, це було дуже смачно і дуже приємно. Дякую тобі за класну компанію. Я маю надію, що зовсім скоро ми побачимось на твоїй прем'єрі, а потім на пасті з горгонзолою. Да, я все пам'ятаю. Дякую тобі. Друзі, вам також смачного.